Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Мир криптовалют постоянно развивается и ежедневно пополняется новыми интересными проектами. Особую популярность среди них обрели метавселенные и игровые проекты на основе блокчейна. Многие из подобных проектов являются не только отличным способом интересно провести время, но и позволяют неплохо заработать. Сегодня я бы хотела рассказать вам о проекте Ninja Warriors, его особенностях, преимуществах, токеномике и многом другом. Так давайте начнем. Прежде всего, давайте узнаем, что из себя представляет данный проект. Ninja Warriors – это игра про молодого ниндзя по имени Като, который обучался всем премудростям ниндзя у своего отца, величайшего воина, и был последним из своего клана. Однажды Като получает послание с просьбой о помощи из далекой страны, которую охватило великое зло. Как истинный воин, Като отправляется в путь, чтобы победить злого военачальника и защитить людей, но ему это не удается. Теперь вам предстоит присоединиться к NFT метавселенной и стать мастером ниндзя. Выбирайте из множества могущественных воинов, собирайте уникальные NFT и сражайтесь с кланами соперников. Играйте в одиночку или с друзьями и докажите свое мастерство в захватывающих миссиях. Ninja Warriors, развернутая в сети Polygon, сочетает в себе блестящий игровой процесс, управление, ориентированное на сообщество, и стабильную систему вознаграждения Play-to-Earn, создавая потенциально революционную игру, в основе которой лежит токен NWT. В то время как другие игры на основе блокчейна изо всех сил пытались пробиться на основной рынок, Ninja Warriors разрабатывается с несколькими функциями, которые делают ее привлекательной для более широкой аудитории. Предлагая бесплатный демо-режим, игроки могут ощутить вкус Ninja Warriors, фактически не инвестируя в криптовалюту. Кроме того, подписка Ninja Warriors предоставит игрокам все необходимое для игры в обмен за небольшую ежемесячную плату. У проекта есть свой собственный токен NWT, который является многофункциональным средством обмена, лежащим в основе игровой экосистемы блокчейна Ninja Warrior. Данная монета имеет множество вариантов использования, в том числе для покупки NFT, которые будут использоваться для участия в боях. Кроме того, токен необходим для повышения уровня некоторых NFT, перезарядки ниндзя, покупки оружия и одежды, а также торговли. По мере расширения игры и увеличения влияния сообщества на разработку проекта, к NFT будет добавлено больше вариантов использования, что повысит спрос на токен среди игроков и трейдеров. Что касается распределения, общая поставка NFT составляет 900 миллионов монет, из них 22% команда оставляет за собой, 12% составит фонд экосистемы, 20% предусмотрены в качестве вознаграждения за стейкинг, 8% от общего количества токенов были выделены для маркетинговых целей, 4% для советников, 5% для резервного фонда и 2% для CX-резерва, 1% для аирдропов и 1% для обеспечения ликвидности. Что касается предпродаж, для двух этапов выделены 5 и 8% от общей поставки монет. Публичная продажа составит 7% и приватная 5% от общей поставки токенов или 45 миллионов NWT. Для того, чтобы принять участие в приватной продаже токенов, вам необходимо перейти в соответствующий раздел на сайте Ninja Warriors и присоединить ваш кошелек. Это может быть Metamask, Wallet Connect или любой другой кошелек. После этого вы сможете приобрести NWT токены и пройти KYC. Хочу отметить, что для покупки монет вам понадобится USDT на блокчейне Polygon. Я настоятельно рекомендую вам приобрести токен платформы и как можно скорее начать свое путешествие в метавселенной Ninja Warriors. Проходите различные миссии, играйте с друзьями и получайте боевой опыт в различных игровых модах. Также не забудьте присоединиться к официальным соцсетям проекта, чтобы первыми узнавать о его обновлениях и предстоящих событиях. Если вас заинтересовал данный проект, вы можете ознакомиться с ним лично, перейдя по ссылке в описании под этим видео. Если это видео было интересно для вас, поддержите его лайком и поделитесь своим мнением о Ninja Warriors в комментариях. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!